Судьба, вот так, чтобы выйти последним, крайним, и сразу все повернулись, но видишь, это значит что-то... Это огонь. Что-то прям вообще огонь, это да. Это огонь. Спасибо, спасибо. Просто красавец. Просто сейчас. Я люблю вас всех. Я люблю вас! Я люблю вас! Я люблю вас! Hey, people, I love you! Давай, люби нас всех, но выбирай одного наставника. Как зовут? Как зовут? Как зовут? Меня зовут Ираклий Нескинвели. Мне 12 лет. Я из города Королёва, но я московский грузин. Московский грузин! Ираклий, смотри. Ну, это было шикарно, что уж тут говорить. Ты действительно красавец, это было замечательно. Если ты смотрел «Взрослый голос», у меня есть опыт наставничества с московскими грузинами. Я очень бы с удовольствием бы... Я знаю. Что? И замечательные опыты у вас. Замечательные опыты. Я бы хотела перенести их на чуть... Из «Взрослого голоса» мой любимый наставник, это вы, но... Самый крутой. Опа, опа, опа. Вас выбрал это Нодар Реви. Ей. Кис. Это точно. Кис. Да. Он крутой. Респект ему. Так я поэтому и чувствую, понимаешь, что что-то, что мне давно нравится, и я не могла вообще совершенно, конечно, не повернуться, знаю. Не развернуться. Я не знаю, что делать. Подумать. Ребят, помогите мне. Думай сам, думай сам. Я не знаю. Думай сам. Пелагея, я выбираю тебя! Меня? Не меня? Ты хороший. Прям нереально здорово. Понятно. Все ясно. Давай, удачи. Это
Спасибо.